In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus' throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus'. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Soltsy, which were guarded by resistance fighters. Слушайте, идем, воины! Смирно, следую наказам присла. Приготовляйтесь и наказы исполнить. Служите рабки. Ожидаем на... Двигаюсь. Приготовляй... Поведу вы. Тихо! Повинуюсь на... Время действовать! Вместе, как ворога убить надобно! Напрежь! Повинуем! Готовим! Восстанете, воины! Идите! Воины на карту! Наступайте надобно! Готовим! Выступайте доблестно, воины! Выступайте доблестно, воины! Выступайте доблестно, воины! Повинуемый! Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Приготовляйтесь, его поведу вы. Тихо, наказы исполнены будут. Приготовляйтесь, яко делать, воины. Иди, трудницы, надо... Восстанете, воины. Время идти надо на поскору. Таков наказ есть. Приготовляйтесь, воины! Дайте мне работу, воины! Да.
Так, готовы будете, восстанете, воины! Готовы, поведубы! Выступайте доблестно, воины! Ожидают, сие есть долг мой. Исполнено будет. Сделано будет. Направляйте, куда наказано есть. В путь. Повинуюся. Скачу на брешь. Готовы, идут люди, трудитесь и приуготовляйте. Яко прикажете. Люди, идти надобно. Паревник готов наступить. Направляюсь, куда велено есть. Сделано будет. Повинуюся. Направляюсь, куда наказано есть. Скачи, родимая. Скачи, родимая. Сие есть долг мой. Построено есть. Люди, приготовишься. Слушаюся. Конь оседл. Исполнено будет. Направляюсь, куда велено. Сделано будет! Сие есть долг мой! Люди, преуповинуйся наказу! Люди, идите скоро! Я построю! Паревник готов наступать. Скачу на брешь. Исполнено будет. В путь. Направляй. Идти надо на поскору. Таков наказ. Ожидаю. В путь. Направляюсь, куда велено есть. Повинуюся. Скачи, родимая. Слушайте все! Что накажете? Куда направляться? Вот других все изряд. Все я построю скоро. Конь оседлан есть, паревник готов. Скачу на брешь! Идите надо. Куда направляться? А люди, приготовившися. Сделаю. Начинаю строить и сейчас. Дайте мне работу. Начинаю строить и сейчас. Готов, иди, трудницы надо внесуть. Я построю сие. Под трудех. Куда направляюсь, куда наказано есть? Направляюсь, куда велено есть. Время действовать. Поведу вы. Исполнено будет. Конь оседлан есть. Скачу на брешь. Исполнено будет. Трудитесь надобно.
Я построю сие. Стреляют в меня, вороны! Иди, трудницы, надо внесуть. Начинаю строить и сейчас. Ворог полезен! Ой, не готовы, сучка, драги! Ладницы наказа ожидать! Останете, воини! Долг есть время. Выступайте доблестно, воини. Что накажете? Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Сие построю скоро. Что накажете? Приготовляйтесь и наказы исполняйте. Восстанете, воини. Что накажете? Построено добро есть. Стоять и много будет. Начинаю строитесь. Готово есть. Потрудитесь. Я построю сие. Да где трудиться надо? Трудитесь надо. Сие построю скоро. Потрудихся изрядно. Трудитесь надобно. Я построю сие. Куда направлять? Люди, трудитесь и приуготовляйтесь. Люди, напряжь поскору. Уразумев. Начинаю строить и сейчас. Дайте мне работу. Построю скоро. Люди, приготовившиеся, сейчас начну делать. Добро. Я построю сие. Построено есть. Радость тебе. Поливает огонь мне. Як вы прикажете? Ладно. Сделано будет. Ладно, есть. Начинаю строить и сейчас. Сделаю. Потрудихся изрядно. Построено добро есть. Стоять и много будет. Люди, напряжь поскору. Да. Сие построю скоро. Добро. Построено крепко есть. Построено есть. Радость велия есть. Повинуюсь наказу. Слушаюсь. Яко прикажете. Потрудихся. Сие построю скоро. Сделано будет. Люди, идите. Иди надо на поскору. Таков наказ. Люди, приуготовляйтесь и на... Живу службу ради. Построено крепко есть. Поворот, поверьте! Время действовать. Служите рад, Люди, идите скоро. Да.
сейчас начну делать и. Уразумею. Сделаю. Начинаю строить и сеть. Скоро новые приказы будут. Приготовляйтесь, выступайте доблестно, воине. Поведу вы. Идти надо на поскору, таков наказ есть. Сейчас. Люди, приготовившись. Добро. Стреляешь в меня, городе! Идти надо на поскору, таков наказ есть. Люди, трудитесь, Яко прикажете. Уразумею. Я построю сие. Готово есть. Люди, приготовляйтесь и наказы слушайте. Наказ слушайте надобно. Начинаю строить и сейчас. Быстро все идем. Все я построюсь, куда направлю. Что на трудитесь надобно. Я построю сие. Готовы есть. Люди приготовь. Люди напряжь поскору. Люди приуготовь. Люди идти надобно. Я построю сие. Бестия, яко делать и бой. Куда направляйтесь? Путь! Скачи, родимая! Люди, приготовь, сейчас начну делать их. Слушаюсь. Сие построю скоро. Добро. Что ты скосен есть? Слушайте все, желание ваше есть закон. Строите надобно. Уразумею. Возведу все, яко прикажете. Блюду, аще построено, будь ты справно. Люди, надобно дело правильно. Исполню наказ ваш. Да. Возведу все, яко прикажете. Готова есть к делу новому. Несть сон, несть отдохновение. Строите надобно. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Внемлите, ожидайте наказы. Люду, а еще построено будет исправно. Слушаюсь. Часу накажете. Люди готовы, суть, и ждут дела. Люди, не празднуйте.
Слушайте все. Сейчас приказ ясен есть. И сделаю, как накажете. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Слушайте все. Новые наказы суть. Слушаемся. Возведу все, як и прикажете. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Труд искусен есть. Наказы слушайте, воины! Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Внимлите! Ожидайте наказы! Стройте надобно! Ожидаем на... Путь идти на... Готов, поняла, иду туда! Ожидаем наказы! Начнусь и я немедля! Покоряюсь, воля ваша! Блюду! Аще построено, будь ты справно! Внимлите! Дали нам наказ. Идти надо. Возведу все, яко прикажете. Слушаю. Служите готов. Немедля скачу на пресс. Получим наказ сейчас, воины! Братья мои! Напряжь! Братья, внимлите! Вем! Труд! Слушайте, идем поскору все! Уразумев! Стройте надобно! Слушаемся! Будет для меня приказ! Наказывайте, сделаю все. Наказывайте, сделаю все. Слушайте все, идем. Не празднуйте. Сделаю. Возведу все, як прикажете. Стройте надобно. Слушайте, желание ваше есть закон. Славный! Победа и честь есть! Куда стрелу покажите? Тихо, лучники! Слушайте наказ! Укажите стрелять! Лучники! Ждите наказ! Ожидайте наказа! Люди готовы, суть? Люди, идем, куда велено есть. Уразумев. Ожидаем наказы. Добро есть.
Блюду. А еще построено. Наказано. Буду радоваться с вами сражаться тесно. Слушайте все, сейчас наказы будут. Ладно. Куда стрелу вонзите надобно? Поспешествую на место Инна. Наказ на исполнится я немедля. Куда направляйтесь? Какие наказы будут? Слушайте все, новые наказы суть. Блюду, а еще построено будет исправно. Внемлить дали нам наказ. Идти надобно. Идем. Не празднуйте. Гад, приступаю на гамма. Слушай, повинуюсь наказу. Куда меня направить? Будет сделано! Люди, надо б на дело правите! Люди, не празднуйте! Не сяду, доньте же соберу. Разумеется. Будет для меня приказ? Исполню наказ ваш. Древеса собирайте надобно. Слушайте все! Немли, повинуюсь с честью! Слушайте все! Помогите! Наказы, судьи! Небеса укроют нас! Небеса укроют нас! Сами силы небесные! Вас ждет победа! Сделаю, как накажете. Ладно, есть. Стройте надобно. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Жду нака. Приуготовляйтесь, братья. Братья! Наступай! Наказы слушать напряж. Не бойтесь. Наказ дан есть. Куда стрелу вонзите надо? Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Слушайте наказ. Лучники, идем, но зенит... Ожидайте. Лучники, снаряжение берите и напряжь москов. Кого стреляй? Лучники, сделаю, яко накажете. Мне наказ будет? Доволь. Направляюсь скоро. Внемлите, ожидайте наказы. Каков наказ есть? Слушайте все! Новые наказы суть. Возведу все, як и прикажете. Наказывайте. Наказ ваш исполнен будет. Блажен, кто служит делу правому. Слушайте наказ! Слава окружает мне!
Конечно, воля ваша. Да будет так. Войны, наказ новый есть. Укажите цель. На кого охотимся? Куда стрелу вонзить? Наказ исполню. В кого стрелять? Прихожу на место новое. Укажите цель. Решение есть. На кого охотимся? Приступаю на место. Наказывай. Иду суду навстречу. Войны, восстанете! Приказы новые суть! Монахи, суть на брань. Наказ ваш исполнен будет. Приуготовляйтесь. Да, сейчас. Иду. Слушайте, лучники, надо наготовыми быть. Укажите цель. Быстро есм яко стрела. Наказывайте, сделаю все. Оказывайте, сделаю все. Строите надобно. Готовый. Начну сиянь. Несть сон. Приказ ясен есть. Ожидаем наказы. Да. Доволен есть. Блюду. А еще построено будет исправно. Получим наказ сейчас, воины! Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Труд искусен есть. Люди готовы, суть, и ждут дела.
Довольно есть. Монахи суть набрать, я сделаю, яко накажет. Приуготовляю, да будет так. Ваше есть закон мне. Исполни. На коней, братья! Братья! Наступаем! Желание ваше есть. Небеса защищают! Да будет так! Желание ваше есть закон мне! На коней, братья! Наказ ваш исполнен. Тихо, лучники! Слушайте наказ! Часо накажете. Люди готовы, суть, и ждут дела. Возведу все, яко прикажете. Часо накажете. Есть сон, есть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Готова служить. Следую, куда наказано есть. Люди, надобно дело правите. Труд иску. Готова есть к делу новому. Не млите. Идем поскору все. В лесу люблю, трудитесь. Приказ ясен есть. Не сяду, дондежи соберу. Добро есть. Приуготовляйтесь, братья! Наступаем! Наказывайте, сделаю все. Ожидаем накат. Путь идти надобно, люди. В лесу люблю, трудитесь.
ожидайте наказы. Усяду, гости же соберу. Тихо, лучники, слушайте наказ. Войны ваши готовы приуготовлять. Она несут братья. Наступаем. Приуготовляйтесь. Наказ новый дан есть. Приуготовляйтесь, брать. На коней, братья. Братья, наступаем. Желание ваше есть закон. Древеса собирать и надобно. Она есть. Внемлите, воины! Ожидайте наказы, наши лучники! Да будет так. Деле. Часы накажете? Наказ разумех, теку. Блюду ваше построено будет исправно. Готов есм сполна. Оружие готово к брани. Наказывайте. Лучники конные готовы наказы исполнять. Ладно, сделано. Пусти тебя набрать. Набрать! Набрать! Наказывайте.
наказ есть снова. Аз есим в нетерпении. Слушайте все. Новые наказы суть. Приказ. Наказы новые, суд. Буду радоваться, если с вами сражайтесь тесно. Часо накажете. Наказы слушайте, воины. Честь в повиновении есть. Наказ дан есть. Напряж, мыслите отчасти, повинуюсь непрекословие. Немедленно наказ исполню. Наказы новые суть. Напряж, оружие готово есть! Получим напряж. Не бойтесь. Напряж. Не бойтесь. Вем долг свой. Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Не млите, воины! As Ivan prepared his army for the battle ahead, he was struck by an attack from the people's militia base to the northeast.
Наказы новые суть. Бен долг свой. На брешь на ворога войне! Оружие приготовляйте, выступаем! На брешь, выследи отчасти! Покоряюсь воле в гряду путем верным. Сделаю, яко накажете. Немлите, воины! Повинуюсь, а блажен, кто служит делу прав. Да будет так. Иду путем и... Немедленно наказ исполню. Буду радоваться, если с вами сражаться тесно. Повинуюсь. Исполню наказ ваш. Да будет так. Гряду, куда наказано есть. Желание ваше есть закон мне. Небеса укроют нас щитом! Наше оружие свято! Готовы есть к делу новому? Строите надобно! Блюду, а еще построено будет исправно. Наказывайте. Да будет так. Сокрой! Пойду, куда накажете. Сделаю, яко накажете. Слушайте все. В ним сделаю, как накажете. Блюду, аще построено будет исправно. Сделаю. Получим наказ сейчас, воины. Читайте молитву. Идем на брань. Слушайте все. Идем. Не празднуйте. Наказы, но немедленно наказ исполню. Ватники, надписываемся небным господам. Небеса угрожают. Честь, повиновение есть. Честь, повиновение есть. Повинуюсь с честью! Наказ дан есть. Готов, двигайтесь. Орудия осадные готовы к брани. Переносим орудия. Часу накажете? Слушайте все. Новые наказы суть. Люблю, трудитесь в исподней. Наказывайте, сделаю все. Трот и скосин есть. Конь мой боится! Читайте молитву! Идем на брань! На брешь! Мыслите о части! Честь в повиновении есть. Внемлите! Ожидайте наказы! Дали нам наказ! Идти надобно! Покоряюсь воле. Наказ ваш исполнен будет.
Получим наказ сейчас, воины! Наказ исполнен. Приготовляйтесь, братья мои. Слушайте все, сейчас наказы будут. Возведу все, яко прикажете. Будет для меня приказ? Стройте надобно! Ждем наказа! Наказы слушайте, воины! Орудия осадные готовы. Наказы исполнены будут. Воины идут с орудиями. Пора уходите. Слушаюсь. Надо бы дело делать. Novgorod's natural gold deposits have been exhausted, but Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding woods.
Сейчас конец наш! Сделано будет! Напрежь! Толкайте орудия! Воины идут за орудиями! Пора уходите! Латники готовы к брани, суть! Грядитесь честью, мужи смели! Внемлите, ожидайте наказы! В лесу люблю, трудитесь! Отходите, боевые! Отходите! 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 Отходите!
Читайте молитву! Идем на... Готовность полная есть! Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Сделаю, як вы накажете. Ватники слушают наказ. Всем долг свой. Слушайте, воины!
Напреж, мыслите отчасти! The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground.
as the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city. The last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete.